абсолютно неизвестный персонаж. Аргентинцы вообще-то лавров в боксе в мировом не снискали. Те, кто появлялся, мы знали как агрессивных, напористых, таких рубак, которые были не очень в ладу с техникой. Ну, из-за этого, возможно, не добивались больших успехов. Español con usted, inglés con él, pega atención, ¿ok? Hablamos en el camerino. Protégete en todo momento, no me vas a estar rompiendo. Correcto, ¿ok? Aquí voy a aceptar los golpes, nada más nada que bajo de aquí, ¿ok? You spoke in the dressing room, you protect yourself at all times, okay? You obey my commands. Don't make me pull you apart, okay? I'll accept punches right here, nothing lower. Sí. Is that clear? ¿Alguna pregunta aquí? Any questions here? Okay. Напоминаю, the best man win, que gane mejor. Этого не делал 20 минут тому назад в раздевалке. Ну, шоу есть шоу. Рефери тоже надо о себе заявить как-то. Да, как бы ни был неизвестен, не именит этот самый Фабио Мори, остерегаться надо его в начале боя. Потому что дебют, как вы знаете, таит в себе неприятности. Конечно, Владимир будет в начале боя проверять его, проверять реакцию противника, провоцировать его на какие-то действия, потому что надо же понять, кто перед тобой и что он может. Что-то пока что очень скромненько, если не сказать застенчиво, ведет себя аргентинец. Далековато Владимир пока что держится. Я, например, с интересом слежу за тем, что новенького появилось в технике Владимира. Пока что мы видим тот самый левый крюк. И это все. В общем, друзья, если у вас есть претензии не к боксеру, я имею в виду Владимира, а к его промоутеру, подбор противников — это искусство, профессионализм. Ну что, вот такая победа, что она дает Владимиру. Уверен, будет много рассуждений в прессе по этому поводу. И, конечно, хорошо, что он выиграл. Хорошо, что он прочувствовал. Прочувствовал себя с противником. И противник его прочувствовал, как видите. Но вот в чем я абсолютно уверен, это то, что Виталий, брат Владимира, будет не очень доволен. Конечно, победа есть победа.
конечно, все радуются, но есть такой налет разочарования. Так все быстро. В общем, теста, испытания для Владимира не получилось. А если готовиться к серьезному бою, то ему такие противники не нужны, на мой взгляд. Но мое мнение может быть спорным и необязательным для всех. Заметили, что прежнего взрыва эмоций, бурного такого проявления чувств ни со стороны бойца, ни со стороны публики все-таки нет. Вы думаете, это свистят Владимиру? Я уверен, это свистят даже не аргентинцу, который так быстро сдался. Виталик разочарован. Это свистят шефу Universal Box Promotion Клаусу Питеру Колю. Всем надоели такие бои. Здесь, в Германии, они понимают, какой потенциал у братьев Кличко и хотят видеть их в серьезных боях. Честно сказать, очень не хочется заканчивать нашу программу вот на такой ноте. И, наверное, прав Виталий Кличко, старший брат, своей решимости все-таки оказывает большее влияние на свою спортивную судьбу и судьбу своего брата. Ну что, друзья, так вот закончился этот бой. Можно поздравить Володю. Мне остается только попрощаться с вами, пожелать вам всего.